Меня зовут Ольга, и я выпускница первого потока онлайн-курса Михаила Рыжова. За творчеством Михаила я начала наблюдать за пару лет до того момента, как я решила стать фотографом. Поэтому, когда было принято такое решение, что я хочу стать фотографом, я точно понимала, у кого я хочу учиться, что вот он, мастер, чьи работы вдохновляют, чьи работы цепляют, и чей результат хочется повторять. Поэтому единственной проблемой для меня было то, что на момент принятия такого решения мною курсы Михаила были только в офлайн-режиме по причине территориальной удаленности, и это было для меня недоступно, к сожалению. Но, к моему счастью, Михаил объявил онлайн-курс, на который я, не задумываясь, записалась, стала участником этого процесса обучающего. Сказать, что я довольна курсом, это не сказать ничего. Он был больше, чем о фотографии. Он был о творчестве, о психологии фотографии. Михаил грамотной, приятной, спокойной речью направлял наше внимание на самих себя. Он сумел вложить в мое сознание тот факт, что фотография является отражением, является зеркалом фотографа. Это перевернуло мое сознание, мое представление о фотографии, мое восприятие фотографии. И то есть после курса или на протяжении курса я стала иначе воспринимать фотографию, фотографии других фотографов. То есть раньше у меня был критерий один: нравится, не нравится, там красиво, некрасиво, собственно говоря, все. После курса или опять же на протяжении курса, это уже начало проявляться на протяжении курса, я стала иначе смотреть на фотографии. Появился в них смысл, я стала их разбирать, появился смысл, появилась история, почему это, то есть появились вопросы, почему это было снято, как это было снято, там, в каких условиях это было снято, там, что, кто что думал в момент съемки. Это безумно интересно, конечно, это так мотивирует и вдохновляет. Весь курс сопровождался презентационным, наглядным презентационным материалом, где мы разбирали, учились на работах других фотографов. Опять же, это такой мотивирующий фактор, потому что постоянно хочется искать, листать, смотреть, вот эту, формировать эту насмотренность для того, чтобы, опять же, расширять свое восприятие фотографии. Перед началом курса нужно было подготовить вопросы к Михаилу. И один из моих вопросов был, как найти свой стиль. И вот по окончанию курса я через 10 занятий я точно понимаю, какое направление съемки меня привлекает больше других. Я точно понимаю теперь вектор своего развития. Я знаю, куда мне смотреть, и на что мне смотреть, и куда мне двигаться. То есть для меня курс Михаила был вдохновляющий. Практически каждый урок я разбирала на цитаты, с интересом пересказывала это своему близкому кругу. И то есть по окончанию курса, через 10 занятий мой интерес к фотографии возрос просто многократно. Поэтому сейчас, когда курс окончен, немного грустно. И, честно говоря, мне теперь будет не хватать такого деликатного сопровождения вот, на пути своего фоторазвития. Поэтому всем рекомендую этот курс. Всем, кому недоступен офлайн формат, онлайн формат – это вполне себе доступная вещь. И это удобно, и это полезно. Вот так вот. Михаил, спасибо огромное, и я постараюсь найти, теперь мне хочется это вот личного все-таки общения на каком-нибудь, постараюсь попасть на какой-нибудь тренинг либо мастер-класс. Так что не прощаюсь, до встречи.